О том, как правильно копить и нужно ли это вообще делать, можно узнать и на уроках финансовой грамотности. Подобные мероприятия в нашем регионе иногда проходят. К примеру, с 27 января по 23 апреля проходили курсы для пенсионеров. 27 апреля прошел онлайн-урок для школьников, и теперь такие занятия станут регулярными. Банк России и движение школьников подписали соглашение. Его цель проста – сделать уроки финансовой грамотности частью образовательного процесса. В первую очередь это необходимо потому, что знания о деньгах в нашей стране находятся на крайне низком уровне. Это приводит к тому, что люди легко верят мошенникам и просто не умеют грамотно распоряжаться своими финансами. Уроки будут проводиться не только для школьников, но и для всех остальных групп населения.